Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. К сожалению, последние 2 месяца наше общение происходит только виртуально, но, как говорится, мы уже все практически адаптировались. Надеемся, что когда-то это все-таки закончится ситуация. Подготовка к школе. Вот будем отталкиваться от названия, которое есть. Родителям просто, детям интересно. Впереди лето, то есть, собственно, послезавтра начнется календарное лето. В некоторых регионах лето уже практически началось. Но что, как выйти из ситуации вот того стресса, который, долговременного стресса, длительного стресса, который фактически был в течение 2 месяцев, и что делать летом и родителям, и педагогам? Вот я постараюсь сегодня об этом вам рассказать. Причем я понимаю, что кто-то слушал меня уже не один раз. Я постаралась сделать презентацию совсем по-другому, в другом ключе, чтобы вам было интересно и чтобы это было актуально непосредственно для сегодняшнего дня. Ну, авторов вы, наверное, знаете. Образовательная программа «Ступеньки к школе». Вот радостное событие было ровно год назад, когда весной прошлого года, в конце, как раз вот год назад, вышел весь комплект полностью, и теперь мы можем предложить вам работу по нему, и вы можете эффективно работать, потому что есть все составляющие, необходимые для развития детей от 3 до 7 лет. Программа состоит, конечно, из разных пособий непосредственно для детей, рабочих тетрадей и, соответственно, самой программы, в которой есть и особенности развития детей разного возраста, и карты наблюдения, что очень важно, и диагностика развития готовности к школе детей 6-7 лет. Вот сразу должна сказать, уважаемые родители, я вам не предлагаю взять это пособие, образовательную программу. Это для специалистов. Поверьте мне, лучше заниматься тем, о чем я сегодня вам расскажу. А для специалистов это очень важно сейчас, в конце учебного этого года и, собственно, летом, спланировать рационально свою работу на следующий учебный год. И, конечно, есть методические рекомендации, в которых, ну, как нам кажется, достаточно подробно прописан план, календарно-тематическое планирование сделано для всех возрастов. Опять-таки, вы можете и нам впоследствии, если возникнут вопросы, задать, и сами спланировать работу так, как вы себе это представляете. Собственно, вот... В программе есть, как я уже сказала, диагностика развития детей, и лучше проводить это за год до начала обучения, чтобы было время спланировать работу с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Об индивидуальных особенностях говорят, я знаю, ну, наверное, практически все авторы. Важно, что под этим подразумевается и какой инструментарий вам для этого дан. Ну вот мы считаем, что наша диагностика, кстати, и карта наблюдения для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет, это тоже они дают возможность вот выстроить работу с детьми непосредственно с учетом особенностей каждого ребенка. Это не значит, что надо составлять планирование для каждого ребенка, но учесть даже при фронтальных игровых занятиях с детьми, учесть индивидуальные особенности детей можно, и я вам даже больше скажу, это просто необходимо, чтобы работа была эффективной. Вот так выглядит карта наблюдений. И вот сейчас, пожалуй, очень важно проговорить о принципах эффективных игровых занятий с дошкольниками. Дело в том, что один из самых важных принципов – это, конечно, возрастная адекватность. Возрастная адекватность, собственно, у нас, вы на следующих слайдах увидите, на каждом пособии написано, для какого возраста оно предназначено. Системность, адекватность заданий, но самое главное – адекватность требований со стороны взрослых. Потому что можно предложить задание для выполнения ребенку, но если не получается, то точно не надо сердиться, не надо вот знаете, самое главное, наверное, не надо расстраиваться взрослым, что у ребенка не получается, потому что ваша, даже если вы не будете говорить никаких слов, которые подразумевают ваше расстройство, ваша мимика может вас выдать. А ребенок воспринимает даже, знаете, вопросительно, почему ты так сделал? Вот если вы зададите так вопрос, ребенок считывает этот вопрос и вашу такую мимику, высоко поднятые брови, как ошибку. Вот это надо иметь в виду, и на самом деле, вот если ребенка не получается один раз, два раза, три раза, то пропадает желание вообще к этому возвращаться. На самом деле вот развитие познавательного интереса очень важно, потому что без этого нет учебы с удовольствием. Без этого любая учебная деятельность это превращается не просто в тяжелый труд, но становится на самом деле действительно тяжелым трудом для всех членов семьи, а не только для ребенка. Учет индивидуального темпа деятельности. Ну, возрастная адекватность подразумевает, что вы учли индивидуальный темп развития, потому что здесь скажу важную речь. Много раз об этом было сказано и мной, и Мария Михайловна, но тем не менее. Индивидуальный темп развития у всех разный. И несовпадение биологического и паспортного возраста, вот как раз в дошкольном возрасте, может составлять плюс-минус 1,5 года. А что это значит? Это значит, что ребенку может быть, например, 7 лет паспортно, но фактически ему может быть, это, конечно, достаточно редкий случай, но тем не менее такое бывает, поверьте мне, ему может быть биологически 5,5 лет. Опережение на 1,5 года бывает очень-очень редко. И более того, если опережение идет по одному из направлений, скажем, физически, да, ребенок очень сильно физически, крепкий, то не всегда это совпадает с другими направлениями развития, о которых мы сегодня будем говорить. Поэтому вот возрастная адекватность, конечно, это предполагает то, что вы учитываете биологический, не паспортный, а биологический возраст развития ребенка. А вот учет индивидуального темпа деятельности, ну, простите тех, кто слышал это не один раз, но тем не менее очень важно. Нельзя создавать ситуацию стресса ограничения времени. Последние 2 месяца все мы, и взрослые, и, конечно, дети в первую очередь находятся в ситуации стресса. Стресс ограничения движения, необычной ситуации в целом. Поэтому вот учитывать темп деятельности, я надеюсь, что все-таки за эти 2 месяца все родители окончательно поняли, какой темп деятельности у их детей. И ни в коем случае нельзя торопить детей с медленным темпом деятельности, так называемых медлительных. Особенно, вот здесь очень важно, в самом начале работы. Потому что для того, чтобы начать эффективно работать, вот им нужно время, ну, бытово мы говорим, раскачки, или время врабатываемости. То есть им необходимо вработаться, и только тогда это может быть эффективное выполнение заданий. Ну и вообще должна сказать, вот я написала, игровых занятий. Игра, ведущий вид деятельности, это уже избитая фраза, но тем не менее это так, и это надо обязательно помнить. Особенно обязательно помнить родителям в преддверии предстоящего лета. Значит, обязательно, если ребенок, вот адекватность требований для гиперактивных, для быстродействующих, она совсем другая. Быстродействующие дети, холерики, гиперактивные дети могут выполнять все быстро, но не очень качественно. Вот на самом деле неадекватность требований для быстродействующих детей, детей гиперактивных, требования аккуратности. Все кажется правильно выполнено, но нам же всегда хочется, чтобы не только правильно, но и было очень все красиво, четко. Да, конечно, желать мы этого можем, но не всегда это бывает адекватно по отношению к детям вот, гиперактивным. Надеюсь, что все-таки вы будете учитывать индивидуальные особенности. Вот учет темпа деятельности и темпа индивидуального развития очень-очень важны. Ну, а стимулировать познавательный интерес, вот как раз с помощью наших пособий, я надеюсь, вы увидите, что это вполне возможно. Следующий. Да, вот пособие для каждого возраста. На самом деле... После принципов, вот мы перейдем непосредственно к возрастной адекватности, есть 3 пособия для детей 3-4 лет и есть набор карточек. Карточки были изданы достаточно давно, но я вас уверяю, что я покажу немножко дальше, как их можно использовать. Их как раз летом вот очень эффективно можно использовать. Потому что вообще я хочу вам посоветовать все-таки не нагружать детей графическими, за выполнением графических заданий, а сосредоточиться на игровой деятельности. С помощью пособий, конечно, это вполне можно сделать. Пособие для детей 4-5 лет. Вот дальше будет показано, что как их тоже 3, «Мир вокруг от А до Я», тоже есть карточки, которые предназначены для детей этого возраста. И как раз в пособиях «Мир вокруг от А до Я» есть артикуляционная гимнастика, есть чистоговорки, которые очень важны, ну, практически любому ребенку, даже тому, у кого правильное чистое звукопроизношение и четкое звукопроизношение. Пособие для детей 5-6 лет. Вот для детей 5-6 лет и 6-7 лет у нас по 7 пособий. Но хочу вас успокоить, что не надо, совсем не обязательно все. Все 7 пособий нужны в течение учебного года. У вас есть действительно сейчас возможность познакомиться со всем комплектом. Ну, полистать все тетради, к сожалению, не получится, и в силу ограничения времени я составила презентацию так, что нет возможности показать все пособия, но тем не менее, вот у вас есть возможность сейчас планировать, и я скажу, для какого возраста что наиболее актуально, на что следует обратить внимание, на чем сосредоточиться. Вот пособие для детей 6-7 лет, я, как уже сказала, их тоже 7, и, конечно, детям, которые 1 сентября начнут учебу, но есть возможность, поскольку совершенно они были вне общения с педагогами, с профессионалами, вне общения с психологами, а были с родителями, что тоже очень хорошо, но, к сожалению, всегда нужен еще взгляд со стороны. Поэтому вот для родителей и детей, которым предстоит идти в школу, я еще в конце обязательно скажу очень важные слова и скажу, пожалуй, что вот пособие, которое дальше там у меня на слайдах не будет изображено, учимся находить одинаковые фигуры, очень и очень полезно, потому что в этом пособии задания сформулированы так, чтобы целью вообще этих заданий развитие зрительно-пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций. Я вам даже больше скажу, я уже говорила, что, может быть, графических заданий не надо. Но не надо, может быть, обводить, можно просто показывать. Но смотреть и находить одинаковые фигуры, это, как говорится, не запрещается. Более того, вот что значит игровые занятия? Ведь дети привыкли, а уж за эти 2 месяца, наверное, точно привыкли к тому, что родитель дает все время какие-то задания. А попробуйте поиграть наоборот. Ваш собственный ребенок даст вам задание, и вы будете его выполнять. То есть меняться, я очень часто на консультациях советую, меняться ролями, ведущий, игрок, игрок, ведущий. Поверьте мне, и вам будет это интереснее, но а ребенку точно будет интереснее, и в таком случае занятия будут игровые, и они будут более эффективными. Развитие речи. Вот развитие речи – это то, на чем вы можете точно, совершенно уважаемые родители, сосредоточиться вот в течение лета, это может быть вашим приоритетом, как говорится, 100% приоритетом, потому что развитие речи – это не только чистое и правильное звукопроизношение, совсем Ну, это, конечно, очень важно. И более того, это всегда может быть, ну, не может быть причиной не начала обучения в школе, но тем не менее, конечно, очень важно, чтобы ребенок правильно и чисто говорил, четко, но еще и важно развитие фонематического слуха, о чем я тоже скажу. Вот умеет самостоятельно рассказать знакомую сказку, составит рассказ по картинкам. У нас есть специальное пособие, о чем я скажу, обладает хорошим словарным запасом. Ну, наверное, это... Не стоит говорить о том, что в нашем пособии вы как раз это сможете сделать, но это действительно у нас все, вы увидите, все предметы, на всех рисунках есть подписи, поэтому, конечно, читать будете вы, не предполагается, что на подписанные рисунки, подписи под рисунками читает ребенок, нет, предполагается, что читает взрослый, но тем не менее, вот словарный запас может быть значительно расширен у детей, которые полистают наши азбуки и наши пособия. Грамматически правильно умеют строить предложения. Но это надо показывать, потому что в быту, в бытовой наша речь, она не то что ограничена, конечно, но думать, что развивается, расширяется словарный запас – это достаточно наивное, я вам должна сказать, представление. Словарный запас в бытовой речи практически не расширяется. Это вот пособие, которое для каждого возраста есть у нас. Извините, вот здесь повтор один. Значит, для детей 3-4 лет. В первую очередь это звукоподражание. Но должна сказать, что звукоподражание, вот в это играть можно и в 4 года, и в 5 лет, и в 6 лет, и в 7 лет. Потому что изобразить звуки, которые издают животные, звуки, которые издают разные предметы, ну, например, музыкальные предметы, это очень может быть забавно, это может быть интересно. Опять-таки можно такую игру придумать, отгадай, что это такое, кто издает такие звуки. Ну, и я всегда с детьми играла в такую игру «Море волнуется раз», «Море волнуется два», «Море волнуется три», но продолжение не морская фигура «Замри», а, ну, например, «Щенок, замри». И прежде чем «отомри», я всегда задавала вопрос, как мы называем маму щенка, как мы называем папу щенка. Но должна сказать, что очень сложно найти, даже если ребенок по картинкам называет все правильно, вот в такой игре, в такой деятельности очень, очень разные родители и у ягнят, и у, ну, у щенков, кстати, тоже бывают разные совершенно родители. Вот можно так поиграть, а дальше, сказав «отомри», можно, соответственно, изобразить и движениями, и голосом изобразить те звуки, которые издают животные. Вы знаете, эта игра, с одной стороны, и на развитие внимания, и на развитие фонематического слуха, и на развитие координации движений, потому что очень помню хорошо, когда я вот с детьми занималась, вела занятия, ну и сейчас периодически провожу такие мастер-классы, вот очень сложно изобразить медведя или там медвежонка, который косолапый. То есть вот есть некие проблемы, ну, может, не проблемы, но трудности воспроизведения разных, даже вот, казалось бы, самых элементарных физических действий. И еще не могу не вспомнить, уж ходить на корточках вот гусиным шагом не сразу получается, очень даже не сразу получается у ребят, а вот это и есть задача как раз предстоящих 3-летних месяцев. Вот и развитие координации движений, вообще физического развития, но при этом это можно совместить и с развитием внимания, и с обогащением словарного запаса, и с развитием фонематического слуха. Но для детей, вот как я уже сказала, 4-5 лет есть «Мир вокруг от А до Я», 3 пособия. Для детей 6 лет, вот видите, на всех пособиях есть такие условные значки, и вы сразу можете определить: зелененькие яблочки — это 3-4 года, а помидоры — это 4-5 лет. Ну, так знаете, это тоже игровой такой момент. Значит, сливы — это 5-6 лет, и морковки — это 6-7 лет. Так вот, вы видите, что для всех 4 возрастных групп у нас есть соответственное пособие. Пособие для детей 5-6 лет «Я и мир вокруг» учимся рассказывать по картинкам. Как раз вот в этом пособии дан тот ход, который вы можете использовать для развития речи. Как научить? Потому что очень непросто, если у ребенка самостоятельно не получается составить рассказ по картинке, а нам же хочется, чтобы это получилось. Вот там даны подсказки, как это сделать. На самом деле это нужно помочь, нужно использовать слова опоры и словосочетания. Ну, как раз вот в этом пособии это все есть. И, кстати, это пособие, вот оно практически единственное, в котором ничего не нужно ребенку раскрашивать, а можно только смотреть, рассматривать картинки. Вы, взрослые, будете читать то, что написано, и помогать ребенку научиться рассказывать по картинкам, составлять последовательный рассказ. При этом там и сказки приведены, поэтому надеюсь, что это пособие очень и очень вам поможет. Учимся находить противоположности. Вот это пособие фактически тоже для развития, ну, и развития логического мышления, но в не меньшей степени для развития речи, потому что все примеры противоположных значений даны и проиллюстрированы сказками. Поверьте мне, это очень и очень эффективно. Вообще использование литературных произведений всегда эффективно, и это было показано и непосредственно, когда я с детьми работала, и общаясь с коллегами, которые использовали наше пособие. Как я уже сказала, в пособиях для детей 4-5 есть артикуляционная гимнастика, которую выполняют герои сказок. Да, кстати, вот каждую букву представляет герой сказки. Ну, понятно, что это, видимо, так, наверное, может быть сложно узнать, но это Золушка. Золушка — единственное, у нас нет героя, это... Ну, вернее, нет у нас, да, героя, на 3 букв у нас нет героев, и ее у нас елочка, песенка «В лесу родилась елочка». Ну, это понятно, кот в сапогах, но понятно, что артикуляционная гимнастика в исполнении железного дровосека, я даже не стала приводить этот рисунок, она достаточно своеобразно выглядит, но внизу страницы написано, как выполнять это задание. Поэтому я надеюсь, что вот здесь мы и игровой момент используем, да, литературного персонажа, и с другой стороны даем правильное и четкое описание выполнения этого задания. Кроме того, вот такие чистоговорки «повтори за мной», «очень вас прошу», может не получаться у ребенка, и это не должно вас не удивлять, не расстраивать. Прежде всего, нельзя расстраиваться, потому что ребенок, еще раз говорю, ваше вопросительное выражение лица, ваше расстройство считывает, и может оказаться, что он будет в следующий раз отказываться выполнять это действие. Значит, любые вот эти сочетания нужно повторять медленно и очень четко. Лучше еще губную помаду использовать красного цвета четко, но во всяком случае это очень и очень важно — научиться четко, даже если нет нарушений звукопроизношения, произносить все очень четко и правильно. Ну и в этих пособиях есть наклейки, что, естественно, детям интересно, разные совершенно тематические задания, но, в общем, это все можно использовать именно вот такой в игровой ситуации. Пособие. На пособие написано, как вы видите, здесь такой торт с вишенками на торте. Можно использовать для детей от 3 до 7 лет. Вы скажете, зададите мне вопрос: а как же так? Одно пособие, и в течение 4 лет или 5 лет его можно использовать. Вы знаете, там даны, ну, это написано, методические рекомендации. в конце азбуки даны примеры как раз организации таких занятий. Поэтому даже если у вас не будет методического пособия, которое, конечно, в первую очередь предназначено для специалистов, для тех педагогов, воспитателей, психологов, которые будут вести занятия с вашими детьми, для вас вот это может быть очень наглядным примером, как это можно использовать в разном сочетании. Ну, и в пособии, вот в азбуке есть предметные рисунки, есть сюжетные, о чем мы сейчас поговорим, непосредственно глядя на вот эти вот развороты. Вот и так выглядит предметный лист. Каждый предметный лист, на каждом предметном листе есть сюжетный рисунок. Соответственно, в сюжетном рисунке есть у нас дети, имена которых начинаются непосредственно с этой буквы. Ну и изображены предметы, что, в общем-то, следует из самого названия. Есть тематические листы. Вы знаете, вчера специально я вот имя вот этой девочки, литературного героя, я постаралась закрыть некой плашкой. Вот попробуйте, глядя на этот рисунок, вспомнить, как ее зовут, эту девочку. Этот вопрос я обычно задаю на семинарах непосредственно в аудитории. И должна вам сказать, что достаточно сложно вспомнить, если вы давно читали это произведение, как зовут эту девочку. Я надеюсь, что вы сейчас не будете на этом останавливать своего внимания. Это просто я демонстрирую обычно педагогам для того, демонстрирую это для того, чтобы было очевидно, для чего на всех рисунках, на всех предметных листах тематических есть подписи. Вот именно это и расширяет словарный запас. Более того, должна сказать, вот этот тематический лист, это художника мы попросили нарисовать, ну, по аналогии с Диснейлендом или с тем парком сказок, который скоро откроется в Москве или уже открылся, но, к сожалению, мы его не можем посещать. Вот используя произведения российских и русских писателей. Вы знаете, на самом деле, вот одна коллега мне сказала года два назад, когда я открыла этот лист, оказалось, что не читала «Дочки сказок», где был бы трехголовый змей. Поэтому вот это может быть таким толчком вспомнить какие-то сказки, ну, герои, конечно, здесь невозможно было много изобразить, но вот, пожалуй, еще скажу, вот этот замечательный Емеля в прошлом году, когда у нас в диагностике, ну, был рисунок, кстати, практически этот рисунок, нет, там он ехал на печи, оказалось, что дети практически, большинство детей не знает эту сказку. Ну, конечно, вы можете сказать, ну, мало ли, можно не знать одну-две сказки. Нет, я, конечно, понимаю, что можно не знать несколько сказок. Но еще раз говорю, вот сказка «По щучьему велению», она, кроме интересного сюжета, она еще и очень такая поучительная, как мне кажется. Поэтому, ну вот «Маша и медведь» немножко своеобразно нарисована, потому что здесь, кажется, вообще девочка-подросток, а не маленькая Маша. Ну, это нюансы. На самом деле, вот интересно такие рисунки, я знаю, просто дети говорили, интересно их рассматривать, пусть даже он такой, на первый взгляд, сложный рисунок. У меня почему-то пропали. Буду нажимать так. Тук. Извините, пожалуйста, у меня пропали стрелочки. Попробую. Попробую нажимать. Не получается менять кадр. Да, следующее. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Да, следующий математический лист. И здесь вот приведены непосредственно это один лист с двух сторон вот в наших разрезных карточках. То есть, например, вот вы понимаете, здесь нарисована кошка, а здесь нарисована кошка и обычное состояние в квартире дома. Ну и так далее. Следующий. У меня так и не появились стрелочки. Значит, разрезные карточки, но для каждого возраста, естественно, тематически разные серии. Следующий, пожалуйста, слайд. Есть игровое, в чем вообще самое большое, мне кажется, самый большой интерес. В том, что есть вот, ну, понятно, это карточки с одной и с другой стороны, есть игровое поле. Игровое поле прозрачное, вот 6 таких карманчиков, и разрезав эти карточки, вы можете по-разному играть с этими разные задания, давая разные задания, вы, соответственно, очень по-разному можете играть, потому что это могут быть животные, которые живут в воде, это могут быть, ну, в общем, вариантов использования вот карточек с помощью такого игрового планшета невероятное множество. При этом, следующий слайд, пожалуйста. Вы видели, наверное, на предыдущих слайдах, и потом увидите, потому что презентация у вас будет, что в каждом наборе вот этих карточек разрезных есть методическое сопровождение и, ну, некие такие названия игр и как в них можно играть. В пособии для детей 3-4 лет, это вот от сканы из этого пособия, на самом деле речевые формулы, которые очень важны в жизни каждого человека, потому что речь нам нужна в первую очередь для общения друг с другом. Но речь очень важна вообще для развития познавательного развития, эмоционального развития, любого компонента развития, о которых мы говорим. Но для того, чтобы общение было эффективным, нужно знать, что и как можно сказать. Конечно, дети слышат, как вы обращаетесь к кому-то, но тем не менее вот разыграть такую ситуацию всегда только очень-очень полезно. И должна сказать, что в пособии для детей 5-6 лет «Я и мир вокруг» там тоже есть вот ситуация использования речевых формул. О, появились стрелочки. Значит, сюжетные рисунки. Вот сюжетные рисунки, соответственно, как я уже сказала, практически сопровождают каждую букву. Их тоже можно, вот как, что и как можно обсуждать, глядя на сюжетные рисунки, написано в конце, как я уже сказала, в конце азбуки есть 8 полос, где это подробно описано. А это скан из тетради, вот из рабочей тетради для детей 4-5 лет «Мир вокруг от А до Я». У нас была такая серия «Ступеньки к грамоте», там было 5 тетрадей, сейчас их 3, но мы добавили, вот очень важно, мы добавили вот эти вот условные обозначения эмоций. И, ну, это сказка «Терешечка». На самом деле, там в каждой сказке вот есть большая картинка, где знакомятся, где мы знакомим непосредственно с героем. И вот 4 фрагмента по сюжету сказки, которые, собственно, помогают и научить составлять рассказ по последовательным картинкам после прочтения этой сказки, конечно. И вот обсуждать, какие эмоции испытывают герои, непосредственно вот обращаясь к каждому фрагменту сказки. Поэтому, понимаете, у вас будет возможность, уважаемые родители, вот прочитать 33 сказки, это как минимум, потому что даже там, где у нас нет героев, у нас есть сказки. И кроме этого, конечно, есть еще в методических вот рекомендациях, где есть тематическое планирование, там для каждого возраста дано еще достаточно большое количество произведений, из которых можно что-то выбрать для того, чтобы читать непосредственно относящиеся к этой букве. Но еще раз говорю, в азбуке есть пример такого планирования. Дальше. Вот чем бы я хотела закончить обсуждение развития речи, данными, которые мы получили в прошлом году. В прошлом году был проведен очень большое исследование, извините, это морские свинки сопровождают наш вебинар, значит, в пяти регионах и в Москве, фактически в 6 регионах России, больше 2500 детей суммарно участвовал. Это действительно было серьезное популяционное исследование. И что мы получили, какие результаты? Это результаты, ну, усредненные, да, как говорится, средняя температура по больнице, но тем не менее, весь вот массив обсчитанный. Значит, голубой сектор – это высокий уровень развития речи, дети, у которых нет вообще никаких проблем, то есть и четкое звукопроизношение, и умение составить рассказ, ну и так далее, все то, что было перечислено. Вот такой розовато-фиолетовый, по-разному здесь. Средний уровень развития – это есть какие-то нюансы, есть какие-то сложности, но тем не менее мы вот это все считаем, что это отсутствие рисков дезадаптации, то есть этим детям… А всего-то, посмотрите, 66%, то есть не так много. То есть фактически треть детей имеет трудности речевого развития. Ну, конечно, самое тревожное – это то, что почти 12% детей, а это, еще раз говорю, это были дошкольники, которым предстояло идти в школу 1 сентября. Исследования были проведены в апреле-мае, и в апреле-мае прошлого года, вот ровно год назад, обсчитывали мы летом, соответственно, до школы, до начала обучения оставалось буквально 3-4 месяца. Вот такие результаты были получены, и мы считаем, что вот тем, у кого низкий уровень развития речи, то есть это выраженные риски дезадаптации, вообще не рекомендуем начинать обучение в календарном, в текущем календарном году. Но посмотрите на этот рисунок. Намного лучше ситуация. Уже детей, у которых нет рисков, отсутствие рисков дезадаптации и высокий, а посмотрите, высокий уровень не 34, а 53%, то есть на 20% выше. И, конечно, самое радостное, что очень значительно ниже, в 4 раза ниже процент детей с серьезными трудностями. Это материалы, полученные в одном из детских садов. Я по понятным причинам не могу называть это образовательное учреждение, где идет очень целенаправленная, эффективная работа, в том числе и с использованием наших пособий, но и серьезная работа логопедов. И должна обязательно сказать очень важную речь. Понимаю еще раз, что в течение 2 месяцев дети, которым предстоит начинать обучение, были лишены возможности встречи с логопедами, но как только ситуация изменится и будет возможность встречи с логопедами, я вас, уважаемые родители, очень вам рекомендую встретиться с логопедом, потому что наше родительское ухо может что-то не слышать, может не слышать тех нюансов, которые сразу ловит ухо логопеда-специалиста. И это не значит, что вы расстроитесь, просто нужно понимать, есть какие-то особенности, которые вполне можно за эти предстоящие 3 месяца исправить, или все благополучно, ну, как говорится, тогда все будет отлично. Что еще очень и очень важно? Очень важно еще формирование и развитие организации деятельности. Что это такое? К сожалению, это та позиция, которая не всегда нам понятна. Извините, а мы не сильно проскочили? Простите, давайте я проверю. Сюжетные листы, хорошо. Организация деятельности, да, простите, все правильно. Значит, организация деятельности – это умение выслушать инструкцию, умение работать по заданию или по инструкции, умение довести работу до конца, понять, что работа выполнена, проверить и исправить свои ошибки, если они есть. И есть такой дневничок самооценки, в который сами дети, выполняя какие-то действия, но здесь вот режим дня, наклейки с режимом дня, они, соответственно, могут себя оценить. Почему дневник самооценки? Дело в том, что дети так складываются, привыкли в большинстве семей, привыкли к тому, что их действия оценивают взрослые, родители. А вот важно, чтобы ребенок научился оценивать себя сам. При этом я должна сказать, что дети и так себя оценивают. Они очень хорошо понимают, что получилось, а что не получилось. И вот в этой ситуации, когда что-то не получилось, простите, скажу еще раз, очень важно взрослым не расстраиваться, не показывать, что они тоже очень расстроены от того, что не получилось, а наоборот поддержать ребенка, чтобы был стимул что-то делать дальше. Вот это дневник самооценки, но и работа по плану. Как составить план, казалось бы, а нужно ли составлять план, чтобы составить такой домик из палочек? Да, нужно. План нужен всегда. Как вот научиться работать по плану, как, кстати, научиться складывать не пазлы, в которых есть углубление, разные, вернее, фигурная вырезка, не углубление, простите, разная вырезка, а как складывать картинку, разрезанную по прямым линиям. Знаете, мой опыт свидетельствует о том, что разрезанная даже по прямым линиям на 4-5 частей обычная открытка, бывает сложно ее сложить. Вот какой здесь должен план, тоже у нас это есть в пособии «Учимся учиться». Ну, вы видите, что это пособие предназначено для детей, раз морковка, значит, для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет, но, поверьте мне, это можно использовать, вот, пожалуй, это пособие можно и раньше использовать. А еще я должна сказать, что умение выслушать инструкцию и выполнять действия по инструкции, каким образом можно, если не брать пособие, летом. А летом это любая игра по правилам. Потому что в любой игре, и в подвижной игре, и в настольной игре есть некие правила, которым, собственно, и надо следовать, чтобы победить. Так вот, я должна сказать, что, конечно, вы с этим, как родители, наверное, сталкивались. Маленькие дети очень остро, очень эмоционально реагирует на проигрыш, на неудачу. На самом деле один из критериев, вернее, готовности к обучению в школе – это более спокойная реакция на неудачу. Это не значит, что безразличная, вовсе нет. Человек не может безразлично реагировать на проигрыш, на какую-то неудачу, но более спокойно. Это значит, что если не получилось, это не катастрофа, можно попробовать. Может быть, не сейчас сразу, потому что, знаете, если ребенок расстроен, то не стоит сразу говорить, ну давай, попробуй еще раз, отложить эту ситуацию. И вот как раз летом игры по правилам, они как раз и могут помочь ребенку в развитии вот этой так называемой организации деятельности. Во-первых, умение и возможность дожидаться своей очереди и выполнять действия в любой игре, учитывая те правила, которые существуют. И должна сказать, что можно летом предложить вот еще какой вариант, хочу вам предложить, уважаемые родители, попробовать, особенно это для тех детей, у которых это не очень получается, попробовать пожить по правилам по очереди членов семьи. Например, в понедельник вы живете по правилам, например, папы, во вторник по правилам мамы, в среду по правилам вашего драгоценного ребенка, и так далее. Конечно, это не может быть, правила должны быть разумны, это само собой, и, может быть, стоит оговорить круг этих правил, сначала такой, знаете, мозговой шторм, семейный мозговой шторм за разработку этих правил. А потом уже эти правила, еще раз говорю, конечно, разумны, но тем не менее, что и как выполнять. Вот попробуйте жить и по правилам, которые будет диктовать ваш драгоценный ребенок. Потому что, еще раз говорю, важно периодически меняться ролями, иначе игры не будет. Если только вы диктуете правила, это не игра. Это, конечно, и не диктат с вашей стороны, надеюсь, но и недостаточно разумная игра. Я вижу, что наше время подходит к концу. Значит, развитие математических представлений. Ну, вот это то, что можно делать тоже в игре. Тоже в игре, потому что математические представления – это не только счет и не только знакомство с цифрами, это намного больше, это и первый, последний, и состав числа, но это все можно вполне успешно делать. Кстати, там были, вот уже не буду возвращаться, это фрагмент из тетради «Мир чисел вокруг», их две части для детей 5-6 лет и 6-7 лет. Пусть вас не удивляют эти пальчики, это и пособие для детей 3-4 лет, но должна сказать, что, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что даже старшие дошкольники не всегда знают название своих пальцев. Можно к этому вернуться. Физическое развитие. Вот это то, вот как развитие речи, так и физическое развитие. Это то, чему вы должны посвятить предстоящее лето, уважаемые родители, уважаемые педагоги. Если у вас будет возможность, дети же придут к вам в детский сад, не только будут дежурные группы. Вот физическое развитие – это то, чему нужно обязательно уделить внимание летом, и не столько и тонко координированным движением, но и вообще общему моторному развитию, особенно учитывая ту ситуацию, в которой мы находились все эти 2 месяца. Развитие воображения – это тоже очень важный аспект вообще, на который следует обратить внимание, потому что в школе, поверьте мне, отдельно как задача развития воображения не стоит. Поэтому это могут быть вот такие вот теневой театр и театр на столе. Это все из пособий для детей 3-4 лет. Третья часть, вот вполне можно оттуда непосредственно это взять, если вам это захочется. Но я уверена, что проигрывание любой сказки, оно на самом деле лучше, чем просто ее воспроизведение по картинкам. Вот говорить за героев, с одной стороны, это немножко сложнее, но с другой стороны, это более эффективно. Еще вам должна показать, конечно, и пособие «Цветной мир». Из этого пособия, уверяю вас, вот очень интересно, можно использовать вот эти вот цветные круги. У нас предлагается сделать это в виде такой вращающегося волчка, но недавно увидела в одной из газет, что можно сделать наоборот, и это достаточно просто, то есть наколоть вот этот цветной кружочек на карандашик и вот так вращать. На самом деле это очень хорошая идея. Вот, ой, извините, пожалуйста, у меня упало. Как мне вернуться? Как мне вернуться? О, вернулась, все, извините, пожалуйста, упала мышка. Это очень хорошая идея, вот, использовать такие круги. На самом деле, это, конечно, из раздела физики, но поверьте мне, что развивать познавательный интерес можно и такими очень интересными опытами. Конструирование. Сейчас конструкторов невероятное множество. Я имею в виду не Лего, а именно другие конструкторы, которые как раз позволяют, способствуют и развитию воображения, и развитию тонкокоординированных движений. Кроме того, развитию мелких мышц, кистей рук. Я уже не буду вторую руку поднимать, потому что вот соединение деталей вот в этом конструкторе требует значительных усилий. Соединение деталей вот в этом конструкторе тоже требует значительных усилий. Но я не могу не порадоваться. Посмотрите, здесь люди сложные из совершенно разных конструкторов. То есть это вот тот полет фантазии, который очень и очень важен. Знаете, закончить нашу встречу я хочу оставить 5 минут на вопросы. Я видела вопросы и по ходу, и сейчас вижу вопросы. Вот таким слайдом. Эта фотография была мной сделана, вот как вы видите, почти 2,5 года назад в музее игрушек в Нюрнберге. Конечно, фантастический музей, 4 этажа, игрушки разных веков, по разным направлениям, в общем, очень-очень интересно. И на последнем этаже, на 4-м, можно сказать, под крышей дома, значит, кроме экспозиции игрушек 20 века, 30-х, 40-х годов, 50-х, 60-х, 2000-х, дальше вот такая вот витрина, наваленные игрушки, и перед ней стоит фотография. На фотографии дети, она вот действительно вот это снято с витрины, немножко вот здесь блики есть, но что делать, потому что это за стеклом витрина. Значит, дети сидят в комнате, играют, вот поверьте мне, у них палочки в руках. Они, ну, практически все радуются, кроме этой деды, а полки пустые. Это вот как раз к нашему разговору о важности развития воображения, о том, что вот этому нужно уделить внимание. И самое главное, тому отношению, которое у нас к ситуации есть, извините, последнюю обязательно, к той ситуации, которая уже прошла, и я надеюсь, все-таки мы ее достойно выдержали. Конечно, желаю поправиться тем, кто болеет, знаю, что и коллеги заболели, к сожалению, очень тяжело. Ну а всем желаю оптимизма и должна сказать, что вы можете писать и нам. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, которые у вас будут. Обращаться, как заказать, конечно, я уверена, есть вопросы, как заказать книги. Заказать пособие все можно, обращаясь не только в интернет-магазин, но обращаясь на сайт Российского учебника, корпорации «Российский учебник». Как вы видите, есть и в социальных сетях. И я хочу вам всем пожелать, я сейчас отвечу на вопросы, но хочу всем вам, всех присутствующих поблагодарить за внимание, всем сказать спасибо, потому что понимаю, что за эти 2 месяца вы прослушали столько вебинаров, что просто, наверное, уже сложно вообще опять подключиться, но тем не менее вы участвовали в этом, я надеюсь, это вам пригодится, вы сможете потом скачать, вы сможете скачать презентацию, там не будет только 2 слайдов, но вы поймете почему. А посмотреть сможете опять, если вам захочется какие-то фрагменты увидеть. Сейчас я постараюсь ответить на вопросы. Ну, здесь вопросы на самом деле о сертификате. Я думаю, что это вы сможете загрузить, если не сейчас, то... вот вопрос, который я видела. Как же зовут девочку? Девочку я не буду рассказывать, как зовут эту девочку, героиню. Я думаю, что вы или вспомните, или, купив азбуку, прочитаете, как ее зовут. Со сложным характером. Сейчас, минуточку. Вот с чем вы связываете трудности хождения гуськом? Как раз с низким уровнем вообще развития, общего моторного развития. Причем, понимаете, когда дети вот не могли... Я, естественно, тоже показывала, как ходит. Лучше показать обязательно, как ходит цыпленок, как гусенок, ну, то есть вот на корточках, да. Не могла, к сожалению, в вебинаре приводить фотографии детей, очень есть смешные, когда они не могут присесть на корточки. Это просто этим надо, этому уделить внимание, и выходя сейчас на детские площадки, но с детьми и побегать, и попрыгать будет полезно, я вас уверяю, уважаемые взрослые, вам тоже это будет полезно, а уж детям как полезно, это даже нет слов, это не подлежит обсуждению. Как добиться послушания от ребенка 5 лет со сложным характером? Ну, вы знаете, вот сам вопрос добиться послушания. А попробуйте вместе что-то обсудить с ребенком. Я не знаю, мальчик это или девочка, но неважно. И мальчик, и девочка, скорее всего, нам же всегда хочется, чтобы ребенок был самостоятельным, а самостоятельным он может быть, когда он отстаивает свои интересы. Поэтому я думаю, что не добиваться послушания нужно, а найти, чем можно заинтересовать ребенка, и найти варианты взаимодействия, эффективного взаимодействия. Но вы можете задавать вопросы и через сайт корпорации «Российский учебник», и непосредственно нам. Мы будем благодарны за ваши отзывы, за ваши вопросы и ваши пожелания. Всего вам доброго, здоровья всем. Всем друзьям желаю тоже успехов. Надеюсь, что мы все-таки в ближайшее время, ну или не в ближайшее время, сможем увидеться. Здоровья всем, благополучия и самых-самых радостных, солнечных летних дней. Спасибо за внимание.